директором больницы, то есть как бы и все вот. Но оказалось, что нет. Поняла это как бы вот на коучинге, что у меня, да, есть много неуверенности, то есть как бы есть, ну и проявляется, ну как бы еще и не любовь к себе, потому что почему-то чужие как бы хотелки всегда выполняла, хотя я никогда не считала, что как бы я не люблю себя, я себя баловала. Как бы в моральном смысле я уступала, и то есть как бы, как это говорится, на иврите знаю, на русском уже забыла. Ну, когда ты, в общем, как бы чужие интересы ставишь выше своих. Вы как мама, у вас есть ребенок, и вы можете своей вот материнской любовью поделиться с ней и показать ей, что это такое, вот наполнить ее. Три, вы можете открыть глаза. Ой. Как ощущение? Нормально. Но вы стали на один шаг ближе к вашей цели. Да. Я не думала так, что в 5 лет тогда меня это покоробило. Угу. Ну, там так подсознание же нет логики. Да. Ну, как мама рассказывала, как бы. У меня тогда ни с того ни с сего болели ноги, то есть как бы она была очень удивлена. Угу. Сейчас я понимаю, откуда это. Угу, угу. Так что спасибо. Пожалуйста, Луиза. Ну, вот тогда дадите обратную связь, как там потом у вас будет. Хорошо. Насколько вам сильно это помогло. Хорошо, хорошо, Глеб. Спасибо. Благодарю вас за доверие, что обратились ко мне, и я на связи, если что. Благодарю. Всего доброго. Да, хорошего дня. Оставляю вас наедине с самой собой. Спасибо. До свидания.